Сегодня морские артисты центра «Дельфиния» презентовали новогоднее шоу «Формула чудес». На нем гости увидели не только новые трюки в исполнении дельфинов и котиков, но и сказочную историю. В стране «Дельфиния» есть свои маги и ученые, которые сейчас заняты поиском формулы чудес, благодаря которой каждый сможет стать волшебником и исполнять мечты. Помогают морские львы, киты, белухи, морж и дельфины. В новой программе работники дельфинария готовились 3 месяца. За это время животных успели научить новым трюкам. Особая гордость дрессировщиков – совместные номера дельфинов и морских львов. Мы очень рады будем видеть всех новосибирцев и не только, гостей города, как говорится, чтобы Новый год начался с белой полосы. Приходите посмотреть на нашу формулу чудес, на наших замечательных животных. Мы надеемся подарить вам хорошее впечатление, которое вы сохраните на весь год. Помимо новой программы, центр «Дельфиния» подготовил множество других сюрпризов. Например, Дед Мороз, аквалангист. Посмотреть на все это можно уже сегодня. Дмитрий Антипов, Александр Ведерников, новости ОТС.